Всем привет, ребята! С Новым годом! А мы лежим. У нас дети спят, и мы тоже лежим, отдыхаем. Сейчас будем пить кофе. Первая половина дня к нам сегодня приезжали рабочие. Они по субботам работают, даже перед праздниками приехали, там что-то делали. Она будет потом спуститься, посмотреть, что делали. Я уже нарубила салатик. Нарезку я решила, что сделаю там уже у тети Оли дома, потому что я не представляю, как это все вести. Все-таки ехать 40 минут, поэтому я там сделаю. И еще нужно заехать купить розовые помидоры. Я совсем за них забыла. И все. Икра есть, шампанское есть, в принципе, все. Все остальное буду помогать уже тете Оле там делать, потому что она уже морковку замариновала по-корейски, и бедрышки замариновала на горячее в апельсиновом соусе. Вот, и что там тоже салаты, и оливье, и селедка под шубой, и, по-моему, она еще холодец варит, если я не ошибаюсь. Ну, мы приедем, я вам все покажу, весь наш стол. Еще у нас везде открыты окна, потому что у нас супер тепло. Такое ощущение, что у нас весна или даже конец лета, когда начинает, только начинает становиться попрохладнее. Короче, жарко у нас, жутко жарко. Никакого новогоднего настроения вообще нет. Хочется идти купаться в бассейне. Вот. А вообще мне лениво. Очень сильно лениво. Вчерашняя моя ленивость так и не прошла. Она перешла сегодня плавненько и в мое сегодняшнее настроение. Вот. Мы едем с ночевкой. Нужно еще собрать сумку, пижамки, умывалки, зубные щетки. Во что мы переоденемся? Не, мы, наверное, поедем в обычной одежде и там переоденемся в праздничное. И возьму пижамы. И когда мы проснемся завтра, мы оденемся в ту одежду, в которую мы приехали, а не в праздничную. Все, план. План. План проработан. А пока лежим. А мы уже собираемся. Детей одела. Теперь Ваня выносит все сумки, которые мы собрали. Блин, едем на одну ночь. Столько барахла с собой надо. С двумя детьми. Это, конечно, что-то с чем-то. Вон Ваня себе зеленую сумку, полную игрушек. Сказал, что будет играть. Там и планшет, и наушники, и игрушки, трансформеры. Вот это вот подарочки. Бабушки, дедушки, Наде. Мы не знаем, будет, нет. И еще там будут гости. Такой презентик сделали. Да? Да? Сейчас вот Да. В общем, я пока их не наряжала, нарядим уже там у родителей дома. Я тоже... куда ты? Я тоже уже оденусь там. Сейчас вот в удобном джинсы, кофта. И все. И погнали. Так. Я так и не разобрала чистые вещи. А, Ваня уже унес. Тут были две сумки с тем, что нам нужно взять с собой. Да что нужно взять? А? Тоже пакетики забирать? Да, да. И вот это и вот с игрушками. И пакет с игрушками, да. Еще очки засунул. Да. Так, сыночек, отходи. Нам нужно обуться. Мы уже приехали к родителям. Тут идет полная подготовка всякая. Всякой всячины, различные вкуснятины. Запахи тут дома стоят, я не знаю. Жалко, камера не передает. Когда уже сделать камеру, чтобы передавали запахи? Непонятно. Еще с этим, чтобы ты нажала, тебе вылезла. И кормила. Да. Так, это я оставляю, чтобы... Мама. Они свои запахи приползли. Ага, и сила. Так, Вова, тут духовка, чтобы она нас... Мы туда пошли. Ты опять газ не выключила, да? Пошли! Анюта, пошли! Анютка! Пошли! Иди сюда! Иди сюда! Ой, к дедуле! Анютка, иди сюда! Не, не в ту сторону! Более аккуратно! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Ай-яй-яй, что там такое?
Красавчик. Кстати, ребят, кто спросит, о чем мы там говорили, что будет какой-то потрясающий Новый год, мы вообще изначально планировали его встретить в Андорре. Да. А ты рассказывай, вот. Я пока буду дальше. Но в итоге, как вы знаете, у нас все немножко сместилось, мы не успели по срокам, поэтому встречаем. У нас было два варианта, либо у родителей дома, либо в Андорре. В Андорре у нас не получилось, потому что квартира, она уже наша, но мы не успели переехать. Поэтому встречаем дома родителей. Я не помню, когда мы последний раз у вас встречали Новый год? Очень много лет назад. Мне тоже кажется, что это много, было. Много лет. Что это около было? 5 лет назад это было. Ого! Да. Ого! Сколько вас лет не было на Новый год? Можно хлеб? Хлеб, да, можно. Ну, ручку бери. Только хлеба дают. Хлеб. Но самое вкусное. Да, хлебушек. Ты что, видео нажал? Блин, да. Стол уже готов, у нас тут и креветки, нарезка, оливье. Вот это что за салатик? Морской. Буду сейчас пробовать. Так, и бутерброды, и капуста, и крабовый, и жульен. В общем, все-все-все. И селедка под шубой, естественно. Куда без нее? Вот Бонита дель Норт, это тунец с томатами. И еще горячее, но это уже после. Это отдельная история. Это отдельная история. Кто-то уже хочет спать. Все, так что всем приятного аппетита. Chosen, snow is falling, Elfie's calling, check my list twice, most of y'all done, sleigh bells ring.